Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Подарунки, кветки і приємні сюрпризи від Державтоінспекції. Сьогодні у Білорусі відзначається День жанчин. Чим запомнится гэты день жанчинам Гомельской області? Сьогодні у регіоні проживає амаль 753 тисячі жанчин. Гэта больш за палову ад агульнай колькасці насельніцтва. У Гомелі стартаваў 23-й адкрыты абласны турнір па боксе на прызы майстра спорту міжнароднага класа Алексея Юкова. На спаборніцтвы прыехалі наймацнейшыя баксёры з 8 краін. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень жанчын. Са святам суайчынніц павіншаваў прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка. Гэтае свята напоўнена асаблівай вясновай атмасферай і самымі светлымі пачуццямі да прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва, якія дораць нам утульнасць роднага дома, клопат і дабрыню. Непараўнальная прыгажосць беларускіх жанчын і іх прафесійныя поспехі і перамогі услаўляюць нашу радзіму далёка за яе межамі. Ваше разуменне і падтрымка натхняюць нас, мужчын, на новыя здзяйсненні. Кіраўнік дзяржавы падзякаваў жанчын за актыўны ўдзел ва ўсіх сферах жыцця грамадства, выхаванне юнага пакалення, уменне падтрымліваць спакой і дабрабыт у сям'і. Жадаю вам моцнага здароўя, добрага настрою і здзяйснення ўсіх жаданняў, гаворыцца ў віншаванні. Подарунки, кветки и приемные сюрпризы от Державтоинспекции. Чем запомнится гэты день жанчынам Гомельской области, потекавился Олег Сенцеров. Яны працуюць нават 8 сакавіка. Для жанчын, якія рэалізуюць кветкі, свята, здаецца, не існуе. Праўда, самі прадаўцы на гэты конт маюць іншую думку. Па-першае, кажуць, іх пастаянна віншуюць пакупнікі мужчыны, а па-другое, калі побач столькі кветак, настрой дрэнна быць проста не можа. Бяруць тюльпаны больш, канешне. Обычные розы можно же и в обычные дни дарить женщинам. Можно каждый день дарить. Весной, 8 марта, естественно, идут тюльпаны больше. Берут и по одному, берут и по три, берут и по 25. У Вогули цены сегодня достаточно демократичные. Один тюльпан каштует 2 рублей, а букет с трех кветок отдают за 5. Так само 5 рублей каштует одна галинка звычайной хризантемы. И хризантемы рамонковые, так само одна ружа. Что тычется краин, за каких этой кветки привезли, то тут география от Эквадора и Голландии до Беларуси. У опошних годов у нашай краіне навучыліся вырошчваць кветкі, якія і прыгожыя, і добра захоўваюцца. Розачка очень красивая, беларуская, шикарная. Научились выращивать достойно, чтобы подарить красиво женщинам. Женщины наши заслуживают. Партыю кветак сёння набылі супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі для віншавання жанчын, якія знаходзяцца за рулём і не парушаюць правілы дарожнага руху. Хоць на гэты раз усе і так былі вельмі акуратнымі. Калі машыну спыняе супрацоўнік Дзяржаўтаінспекцыі, гэта не вельмі прыемна, нават калі, здаецца, нічога не парушаў. Але сённяшні выпадак асаблівы. Аўтамабілі спынялі выключна для таго, каб уручыць жанчынам-вадзіцелям кветкі і падарункі. Быць культурным і ветлівым для супрацоўнікаў Дзяржаўтаінспекцыі абавязковае прафесійнае патрабаванне. Але ў гэты дзень, здаецца, яны асабліва карэктныя. Калі віншуеш жанчын, по-іншому просто немагчыма. Скажите, поздравить вас в честь 8 марта с праздником, пожелать вам всего самого хорошего, наилучшего взаимопонимания на дороге, чтобы у вас все было хорошо и все получалось. Это вам от нашей государственной автомобильной инспекции цветы и небольшие памятные подарки. Спасибо большое. Что тычется самих жанчын-водителей, то им акция с вручением кветок и подарунков сподобалась. Некоторые навод проезжали по центральной площади Гомеля по несколько разов. За одной метой, как их спынил супрацовник ДАИ, такое можно убачить только 8 соковика. Очень приятно, неожиданно, конечно. Рады, что у нас такое ГАИ. Вот. Радует женщин в такие дни, праздники. Подарков не ожидала, очень приятно, праздник удался. Олег Сентеров, Евген Матейнко, телерадиокомпания «Гомель». Мілыя і чароўныя. Напярэдадні міжнароднага жаночага дня ў Гомельскім грамадска-культурным цэнтры прайшоў урачысты прыём жанчын кіраўніцтвам аблвыканкама. На сустрэчу з усіх раёнаў вобласці прыехалі прадстаўніцы самых розных прафесій, якіх аб'ядноўвае імкненне да самаразвіцця і дасягнення новых вяршыняў. Кожная з 60 запрошаных жанчын – выдатніца ў сваёй сферы дзейнасці. Настаўніцы, урачы, дзяржаўныя служачыя, супрацоўніцы органаў унутраных спраў, спартсменкі і працаўніцы сельскай гаспадаркі, ветэраны працы. Такія розныя, аднак аднолькава актыўныя. Яны робяць мужчын мацнейшымі, а свет – больш гарманічным. Кожная, нягледзячы на занятасць, захоўвае свае жаночыя якасці – дабрыню, разумення, цеплыню душы і любоў да сваіх блізкіх. А прыкладам для пераймання для многіх з'яўляецца іх маці.
Как и все, равняюсь на свою мать. Она у меня всю жизнь тоже трудилась, и я пошла по ее стопам, в принципе. Поэтому трое детей тоже, как и у мамы. Урочисты прием – это не только святочная подея, але и признание профессийных досягнений, громадских заслуг и важкого уклада женщин у развития нашего региона и краины у вугле. Наша область поистине богата достойными, умными и талантливыми женщинами. Ведь женщина – это целый мир. Самому лучшему, самому доброму, самому святому в нас мы обязаны вам, наши дорогие женщины. Не будь вас, не было бы и самой жизни. Падчас сустрэчы гучала яшчэ шмат віншаванняў і пажаданняў, тёплыя словы ў адрес кожнай з запрошаных. Упрыгожылі свята музычныя выступленні творчых калектываў і выканаўцаў з усяго рэгіёна. Евгенія Кухаронак, Кіхар Марышчынка, тэлерадыёкампанія Гомель. Сёння ў Гомельскай вобласці пражывае амаль 753 тысячы жанчын. Гэта больш за палову ад агульнай колькасці насельніцтва. Большая частка з іх, 590 тысяч, жыве ў гарадах і пасёлках гарадскога тыпу. Партрэт сучаснай жанчыны з дапамогай спецыялістаў галоўнага статыстычнага ўпраўлення склала Вероніка Гамзюкова. За апошнія 20 гадоў колькасць жанчын у гарадах павялічваецца, а вось у сельскай мясцовасці наадварот падае. У пачатку 90-х у гарадах пражывалі 560 тысяч, у той час як у вёсках 301 тысяча. Сёння лічбы імкліва мяняюцца. 590 тысяч жанчын жыве ў гарадах, а вось у вёсках усяго 162 тысячы. В области у нас на тысячу женщин приходится 873 мужчины. Ну, а как бы за женихами нашим женщинам нужно ехать в сельскую местность. Там у нас на тысячу женщин 931 мужчина приходится. У минулым годе у шлюбу вступили амаль 9 тысяч женщин. Большинство из них находилось во узросте 20-29 годов. Прикладно у таким же узростовым диапазоне жихарки региона у першиню становятся мати. Что касается рождения детей, то есть у нас, конечно, в последние годы наблюдается тенденция увеличения среднего возраста женщины при рождении там первого и последующих детей, то есть все женщины рожают все позже. Прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва актыўна імкнуцца да атрымання ведаў. На пачатак 2018-2019 навучальнага года сярод студэнтаў і магістрантаў 51% дзяўчыны. Пераважна жаночымі спецыяльнасцямі застаюцца ахова здароўя і сацыяльныя паслугі, адукацыя, фінансавая і страхавая дзейнасць, гандаль. На кіраўніцкіх пасадах палова жанчыны. В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа женщин на руководящих должностях. То есть в области у нас практически половина руководящих должностей занимает именно женщины. Вероника Гамзюкова, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». У минулом годе у Гомелі народилось больше, як 14,5 тысяч дітей. 2 тысячи из них з'явилися на свет в областном клиничном родильном доме. Все лето эта установа святкує свое 75-годие. У каких умовах сегодня жихарки региона становятся мати, доведалася Ганна Корольчук. История акушерско-гинекологической службы Гомельской областной клиничной больницы началась в 1944 году с 20 коек. Врачи працавали у складаных умовах военного часу, не хапало медикаментов, а так само квалифицированных медицинских кадров. У гэты будинок родильное отделение переехало в 1981 году. Тут упершиню в области провели плановое кесарево сячение, укоренили акушерскую практику ультрагуковое доследование, организовали областный эндоскопичный центр, а так само отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии родильного дома. Менавіта яно стало платформой для организации онкогинекологичной допомоги у регионе. В 95-м годе родильный дом отримал статус перинатального центра третьего узровню. Это значит, что у им допомагают женщинам у наибольш складанных выпадках, у позднем репродуктивном узросте и с патологиями. Практично кожное десятое дитя, якое з'явилося тут на свет, недоношенное. За год про отделение интенсивной терапии проходит каля 300 малых, некоторые важат меньше за килограмм. Для медиков вырос, народился у кашули, это не просто приказка. Большинство детей, которые находятся на лечении в нашем отделении, это 250-240 детей. Вот, то есть практически все требуют той или иной формы респираторной поддержки, поддержки функций сердечно-сосудистой системы и других методов интенсивной терапии. Вот. Кроме того, кроме этих 9 детских коек, на которых лечатся новорожденные дети, у нас еще есть 6
коек для женщин интенсивной терапии. Практикуют тут и проведение партнерских родов. Такий вариант выбирают каля 8% пар. Психологично женщине легче переносить схватки и роды, коли побач есть близкий человек – муж або мать. До этого они разом проходят подрыхтовучие курсы у перинатальном центре. Коли после родов с малым и его мамой все в порядку, то их переводят у отделение для новонародженных. Здесь наша медсестра проводит отоакустическую миссию, процедура, которая позволяет выявить нарушение слуха на ранних этапах. Ну, процедура должна производиться в полной тишине и спокойствии ребенка. 26 лютого хамельчанка Юлія Гарадкова народила дзяўчынку вагой больш за 4 кілаграмы і ростом 55 сантиметров. Роды прайшлі добра, і сёння яны выпісваюцца. Знаёмства з маленькай дачкой чакае тата і старэйшая сястра, якой хутка споўніцца 18. Юлія раджала самастойна, не гледзячы на ўзрост, і раіць усім не баяцца і даверыцца ўрачам. Весь персонал медицинский очень доброжелательный, очень профессиональный. В родзале нам очень помогли. И здесь в послеродовом отделении очень хорошие от нас, хорошо заботятся и помогают нам во всем, на все вопросы отвечают. Мы очень-очень довольны. И отдельное спасибо Геннадию Вячеславовичу, потому что мы долго лежали у него на сохранении, и вот такие получились большие девочки. Напередодні 8 сакавіка у аддзяленні знаходзіцца 110 жанчын, якія рыхтуюцца да з'яўлення на свет дзяцей. Разам з імі немаўлят чакае і каманда акушэраў-гінеколагаў, неанатолагаў, рэаніматолагаў і педыятраў. Бо кожнае новае жыццё для іх – гэта асабістая перамога і свята. Тое, што матывуе і прыносіць радасць. Мы каждую пациентку рассматриваем как своего рода персону. Она индивидуальна, и ее случай тоже индивидуален. Каждая пациентка – это своего рода некий эксклюзивчик, который требует своего отдельного подхода. Хочу нашим женщинам пожелать одного. Ну, как доктор, естественно, в первую очередь, это крепкого здоровья. Второе хочу пожелать, учитывая все-таки весна, пение птиц, все расцветает, я хочу пожелать крепкой любви. И самое главное, чтобы эта любовь была плодотворна, тогда и мы без работы не останемся. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадіокампанія «Гомель». Я сучасная і паспяховая жанчына. Пад такім дэвізам прайшоў конкурс прыгажосці і грацыі «Місіс Мілкавіта 2019». Удзельніцы адпавядалі вобразу дзелавой жанчыны-маці. Пры гэтым яны павінны былі арыентавацца на поспех у асабістай і прафесійнай сферы. 11 удзельніц у ўзросце ад 29 гадоў змагаліся за званне «Місіс Мілкавіта 2019». Тема самого этого конкурса нынешняга «Дзелавая жанчына» наверное і падтолкнула. Почему бы не попробовать? Почему бы все-таки не показать, что мы не только умеем хорошо работать, но и можем быть и красивыми, и стильными, и где-то и зажигательными, можем и в жизни как-то себя проявить, не только на работе. У гэтым годзе, акрамя традыцыйных дэфіле, з'явіўся творчы конкурс «Я маркетолог». Кожная з удзельніц павінна была распрацаваць рэкламную кампанію для прадукцыі завода. Па выніках конкурсных этапаў званне «Місіс Мілкавіта 2019» заваявала Аліна Бракарэнка. Першая віце-місіс стала Наталля Дыгамова, а другой – Вікторія Філімонцава. Женщина – это же не всегда юная, молодая, свежая. Это и женщина все. Все-таки в современном мире женщина должна уметь все. Должна и воспитывать детей для того, чтобы чувствовать себя совершенно, для того, чтобы чувствовать себя уверенной в жизни. Она должна какие-то карьерные успехи делать на своем жизненном пути. Поэтому я думаю, что мы таким все-таки образом хотели немножко привлечь внимание общественности, всего нашего трудового коллектива к тому, как важно и как сложно быть в нашем мире современной, успешной и красивой женщиной. У Мазыры жанчыны разам з традыцыйнымі кветкамі атрымалі яшчэ і медалі. Акцыю правёў раённы савет ветэранаў. Месцам правядзення ўрачыстасцяў абралі адзіны на Гомельшчыне музей гісторыі камсамола. Ідэю стварэння такога музея ўпершыню агучылі 5 гадоў таму. Спачатку ў 12-й сярэдняй школе стварылі невялікі камсамольскі куток, які напрыканцы мінулага года атрымаў статус музея. Да стварэння экспазіцыі прыцягнулі як былых камсамольцаў, так і сучасных старшакласнікаў. Силами опошних у рамках организации другасной занятости были выраблены все стенды. Сегодня музей истории комсомола Мазырщины выкарыстовывается для проведения патриотично-выхаваўчей работы. А проча того, тут проводятся урочистые посяджения районного совета ветеранов. На опошнем из них жанчинам уручили юбилейные медали 100 годов коммунистичной партии Беларуси и Белорусской ССР. Мы участвовали в инсонной программе по гражданскому
патриотическому воспитанию, где одним из моментов мы проработали вопрос, что ребята могут приходить и вместе с педагогом открывать, значит, наши витрины, брать материалы в руки и работать непосредственно с материалом практически, что дает большую связь нынешних ребят с теми поколениями, которые были раньше. Завтра у Беларуси пройдут черговые субботние линии мясовых органов улады. У Гомельским облвыканкаме на звонки откажет наместник старшини Владимир Привалов. Номер телефона 33 12 37. У Гарвыканкаме на связи будет керавник справ Алексей Васюченко. Номер 33 07 62. Прямые линии будут працевать с 9 до 12 годин. У суботу 9 сакавіка гамельчане будуць адзначаць масленіцу. Свята бліноў і весялосці сімвалізуе заканчэнне зімы і блізкую сустрэчу з вясной. У Гомелі для масавых гулянняў рыхтуюць некалькі пляцовак. Для гасцей будуць арганізаваны конкурсы і спартыўныя спаборніцтвы, выставы і майстар-класы, выступленні творчых калектываў і, канешне, спальванне пудзіла масленіцы. На гандлёвых радах можна будзе купіць румяныя і духмяныя бліны. У кожным раёне рыхтуецца ўласная программа. Народно-обрадовое свято «Широкая масленица» с 11 до 18 годин будет проходить на пляцовце каля Лядового палаца. С 11 до 16 гостей чекают у Новобелецким районе у зоне отпочинку пруды. У гэты ж час свято пройдет у Любинском микрорайоне по улице Мележа. А у Чыгуначным районе масленичные гуляни проведут с 12 до 15 годин на стадионе «Гомсельмаш» и на площади у Костюковцы. І аб спорті. У Гомелі стартаваў 23-й адкрыты абласны турнір па боксе на прызы майстра спорту міжнароднага класа Алексея Юкова. На спаборніцтвы прыехалі наймацнейшыя баксёры з 8 краін. Падрабязнасці ў сюжэце нашых корэспандэнтаў. У зале бокса областного центра Олимпийского резерва одиноборство у гэтые дни шматлюдно. Тут собрались лепшие боксеры из Беларуси, России, Украины, Казахстана и инших краин. Наша область выставила особную дружину. Для белорусских боксеров турнир на призы Юкова – этап отбору для удела у молодежных чемпионатах Европы и свету. Последние два года наш турнир вышел на уровень национальных сборных. Ну и, естественно, на этом фоне наши лидеры, когда они себя проявляют, когда они боксируют, они выходят на другой уровень. И мы рассчитываем, что боксеры у нас появятся и во взрослой категории, и у нас будет за кого болеть на чемпионатах мира и на Олимпийских играх. Гэта турнір толькі для катэгорыі моладзь. Некаторыя спартсмены тут выступаюць апошні раз. З наступнага года яны пяройдуць у катэгорыю дарослыя. Адзін з іх – двухразовы пераможца гэтага турніру гамяльчанін Максім Панькоў. На прошлым турніре в 18 году я боксировал по 2000-2001 году, стал первым, и мне дали звание и кубок, и медаль, как лучший боксер турніра. Соперники по силе мне. Все можно выиграть. Гэтыя спаборніцтвы ўваходзяць у календар Европейской конфедерации бокса. Таму тут прысутнічае супервайзер Валерий Лаптяў. Ён павінен ацаніць якасць правядзення турніру і пацвердзіць яго ўзровень. Дарэчы, падчас спартыўнай кар'еры Валерий Лаптяў баксіраваў разам з Алексеем Юкавым. Зараз ён суддзя міжнароднай катэгорыі, прэзідэнт федерации бокса Чувашской республікі. Очень большое подспорье для молодых мастеров. Ну, это не спорт, это вот юношеский и молодежный бокс, где есть куда им стремиться. Думаю, что у бокса Беларуси есть большое будущее. На турніры прысутнічае і сам уладальнік крыштальнай пальчаткі Алексей Юкаў. Сёння бронзавы прызёр алімпійскіх гульняў працуе мастаком на фарфоравым заводзе ў Добрушы. Пераможцаў турніру Юкаў будзе ўзнагароджваць спецыяльнымі прызамі, якія зарабіў сам. Пожелаю того, с чем повезло мне самому, чтобы о боксе остались самые лучшие воспоминания. Это высокого качества друзья, это помощь такого человека, как тренер, который всегда может быть только с большой буквы. И все, кого мы здесь увидим, могут быть благодарны своим тренерам, которые вложили в них то, что, может быть, не удалось сделать самим. Поэтому все самое лучшее, самое светлое и самое яркое в жизни остается именно вот в боксерском зале. Финальные бои турниру на призы Юкова пройдут 9 сакавіка. Вероника Гамзюкова, Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На гэтым наш выпуск завершаны. Усіх жанчын яшчэ раз віншуем са святам, жадаем міра, добра і шчасця.